Территория уюта. В Приангарье определили победителей конкурса «Лучшая семейная усадьба». Состязания проводятся в регионе более 10 лет. Участники – многодетные семьи. В этом году их свыше 40. За создание комфортной среды проживания для взрослых и детей победители получили от 100 до 250 тысяч рублей. Все подробности далее. Ничто так не сближает и не объединяет, как общее дело. Об этом не понаслышке знает семья Василевских. Уже много лет они создают в своем доме уют, красоту и комфорт. Помогают во всем дети. Совместными силами они сотворили на своем участке по-настоящему сказочную атмосферу. На трех разделенных зонах разместилась грибная поляна, пространство для гномов и царство лягушек. Кроме того, на территории есть качели, собственный пруд и бассейн. Все интересы можно сделать, когда у тебя есть усадьба. В квартире это ограничено, как бы сжато четырьмя стенами. Тут мы сами себе назначаем, делаем в любое время. Уже не так все это сжато временем. Даже захотели ночью что-то делать. Мы пойдем и ночью что-то будем для себя делать. Рассказать о собственном уютном уголке вызвалась в этом году 41 многодетная семья из 29 муниципальных образований Приангарья. Состязание организаторы разделили на три номинации. Это лучшая городская, сельская и садовая усадьба. Каждая из территорий, заявленных на конкурсе, обладает своей изюминкой. Поэтому определить победителей было достаточно непросто. Сегодня в конкурсе принимают участие семьи, имеющие 5 и более детей. Хотели как бы уже пойти или четверых детей, или трех детей в семье, чтобы расширить рамки этого конкурса, чтобы как можно больше семей принимало участие, чтобы география расширялась не только центральной части Иркутской области, но и нашей северной территории. Поэтому я думаю, что в следующем году, конечно, будут изменения. В этом году триумфаторы конкурса получили от 100 до 250 тысяч рублей. Призерами стали 7 многодетных семей из Приангарья. Кроме того, денежные выплаты направили еще 17 участникам, которые заняли поощрительные места. Средства, признались лидеры состязания, потратят на дальнейшее благоустройство своих приусадебных участков. Но они пример. Реальный пример для нас, для всех. Ну, понимаете, заниматься домашним хозяйством, воспитывать детей, заниматься прилегающей территорией, следить за всем. Это очень трудная, тяжелая такая ноша, я так скажу. Но она приятная. Все, вот, кто сегодня выходил, говорит, мы это делали, делаем и будем делать это, потому что нам это необходимо, нам это нужно. Лучшая городская усадьба у семьи Бичевиных из Иркутска. Ее украшают самодельные цветочные клумбы и арт-объекты. Территория лидер среди садовых участков располагается в Усольском районе. Хозяева оборудовали там зону для отдыха и спорта. Победителем в номинации «Семейная усадьба» признана семья Харитоновых из Куйтунского района. В ней воспитывается 13 детей, 10 из которых приемные. Наталья Хмелева, Антон Бархатов. Местное время.